Продолжение романтической сказки режиссера Жоры Крыжовникова фильм «Лед-2» выходит в широкий прокат в День всех влюбленных 14 февраля. Вы знаете, что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Тогда есть возможность это узнать в новой части. Возрастное ограничение фильма 6+. Для фигуристки Нади и хоккеиста Саши, с которым зритель познакомился в картине «Лед», звучит свадебный марш. Теперь они больше всего на свете мечтают о ребенке. Но цена, которую им придется заплатить за воплощение мечты, невообразимо высока. Ну что, кто там у нас? Пока сложно сказать. Может быть, если повернется. Да, переворачивайся. После пережитых потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках. Особенно если сценарий этой сказки пишет Андрей Золотарев. В главных ролях фильма «Лед-2» Александр Петров и Аглая Тарасова. В картине также играют Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина, юное дарование Вита Корниенко и Сергей Лавыгин. Увидеть премьеру тверичане смогут на большом экране в День всех влюбленных 14 февраля. Это будет лучший подарок своей половинке на праздник. Заказ и бронирование билетов по телефону 300 033 или на сайте panorama-tver.ru. Возрастное ограничение 6+.